как прошел этот матч за Суперкубок. В принципе, у нас новый обладатель этого трофея. Ну и как смотрите в будущее? Ну, в будущее смотреть надо обязательно. Почему? Потому что есть надежда, что футбол будет развиваться, будет улучшаться, будет увеличиваться посещение зрителями стадионов. Почему? Потому что футбол для зрителей. И что будет мир в нашей державе. И для этого футбол где-то в какой-то мере объединяет все наши регионы нашей страны. Матч этот, он больше выставочный. Почему? Потому что мы сегодня можем наблюдать, что некоторые игроки ушли с Подолья, ушли в Липовец. Команда Липовец усилилась по сравнению с прошлым чемпионатом по отношению к Подолью. Ну и результат, как бы, говорит сам за себя. И ход игры, и все-таки более предпочтительной выглядела команда Липовца. Ну, это начало сезона. Я не думаю, что команда Подолья остановится на этом. Она где-то будет усиливаться и улучшать свою игру. То есть у нас как бы чемпионат области довольно-таки на хорошем уровне. И на сегодня количество команд увеличилось до где-то 28-30, будем надеяться. То есть у нас мы наблюдаем прогресс в развитии футбола в области, что в детско-юношеском футболе, что в девочьем, женочьем и в аматорском футболе.